Тема конференции – перспектива развития рынка финансовых брокеров в России. Саморегулирование рынка финансовых брокеров – что сделано, что делать. Создание профессиональных стандартов кредитных брокеров и финансовых консультантов. Финансовое планирование – новые перспективы развития на российском рынке. Идея финансового супермаркета – пути развития, новые продукты для российских банков. Состояние и прогнозы валютного рынка, финансовые брокеры и рынок Форекс. Постепенно мы поняли, что проблемы кредитного брокериджа взаимосвязаны с проблемами других подотраслей финансовой индустрии, инфраструктурных, таких как коллекторы, таких как страховые брокеры, таких как финансовые консультанты, таких как Форекс-брокеры. А все эти подотрасли объединяет одно, они достаточно инновационны для российского рынка. И родились, скажем так, на пустом месте, без определенных правил игры, без регулирования, без систем какой-либо самоорганизации. Так или иначе, каждая из этих подотраслей прошла свой определенный виток эволюции, созданы первичные как бы прообразы будущих, наверное, профессиональных объединений. Кредитные брокеры в этом процессе были первыми, наша ассоциация существует уже 6 лет. Не так давно возникло объединение Форекс брокеров, объединяются и другие отрасли. Коллекторы уже 5 лет существуют. Но проблемы у нас очень схожие, системно схожие. Поэтому мы попытались все это вот объединить в некий единую тему, дабы симметрично, возможно, одновременно и, по крайней мере, с прозрачностью друг для друга решать проблемы 4-5 подотраслей финансового рынка. Добрый день, уважаемые коллеги. В свое время тоже имел счастье учиться в университете, правда, в другом вузе. И у нас была шутка или такое выражение. Профессор говорит «портфель», а студент «портфель». Вот Ян говорит «брокеридж», мне больше нравится «брокеридж». И мы тут подискутировали, а что же такое кредитный брокеридж. В моем понимании, в нашем понимании, вот те, кто рядом сидит, что это финансовые консультанты, которые оказывают помощь либо клиенту соответствующего финансового института, например, банка, либо оказывают содействие самому финансовому институту для того, чтобы найти клиентов, для того, чтобы подготовить этих клиентов для получения соответствующей финансовой услуги. И очевидно, что эти консультанты, эти люди работают в определенной правовой среде, ну и эту правовую среду мы в последнее время довольно активно меняли. Вы знаете, что в прошлом году был принят закон о мегарегуляторе, если так можно сказать, это целый пакет законодательных актов. И теперь Центральный банк регулирует практически все сферы финансовой деятельности. И, соответственно, в моем понимании, финансовые консультанты, они также являются поднадзорными, подрегулируемыми Центральным банком. И Центральный банк будет определять правила игры для всех участников рынка. Мы в прошлом году приняли еще один такой важный закон. Закон о потребительском кредитовании, где немножечко, но все-таки прописали, что такой институт, как финансовые консультанты, там написано о представителях кредитора, фактически это кредитные брокеры, узаконивается, и он несет все обязанности, всю ответственность, которая лежит на кредитной организации, предоставляющей соответствующий кредитный продукт. То есть сам институт уже фактически узаконен. Ну а поскольку он узаконен, то и будут появляться соответствующие нормативные документы, будут появляться, может быть, другие законодательные акты, которые определяют деятельность вот этого института. И очень важно в этом плане услышать, а что бы сам рынок хотел, во-первых, для того, чтобы он мог оптимально развиваться, эффективно развиваться, и чего бы он не хотел от регулятора, для того, чтобы чрезмерно жесткими нормами не задавили еще едва, так сказать, зарождающийся рынок вот таких финансовых посредников. И, так сказать, должна быть соответствующая нормальная правовая среда, чтобы с одной стороны работали цивилизованные посредники, а с другой стороны
они все-таки находились в определенных рамках. Почему об этом говорю? Вы все знаете о коллекторах, которые также у нас чуть-чуть уже затронуты в законе о потребительском кредитовании, там определенные установлены ограничения для коллекторов, но все-таки требуется принятие всеобъемлющего закона по этой деятельности, потому что очень много жалоб на работу этого института. И с одной стороны важно, чтобы этот институт работал, чтобы он не исчез с рынка, поскольку это мировая практика, в конце концов, поскольку это необходимо для нормального цивилизованного развития рынка. Но с другой стороны, чтобы он опять же работал цивилизованно, чтобы не использовался, там, условно говоря, паяльник для выбивания долгов, чтобы была ответственность за нецивилизованные методы работы. И здесь тоже мы хотели бы услышать ваши предложения, рекомендации, поскольку много дискуссий по закону, но, к сожалению, конкретики мы пока не подошли. И очевидно, что в этом году этот законодательный акт должен приниматься. У нас уже долгое время работает закон о бюро кредитных историй, и он имеет большую положительную практику. Десятки миллионов сообщений накопились уже в бюро. Но в то же время мы видим, что есть лакуны, которые необходимо закрывать. Мошенники, тем не менее, активно орудуют на рынке, несмотря на то, что вроде бы информация там передается о тех или иных лицах, которые ведут себя недобросовестно на этом рынке. Опять же, важно выработать предложения, которые бы позволили усовершенствовать представление соответствующей информации, пользование соответствующей информацией для того, чтобы этот рынок был более цивилизованным, чем у нас на сегодняшний день есть. Мы в прошлом году приняли впервые, долго дискутировали, закон, несколько изменений в законодательные акты, касающиеся рынка Форекс. Рынок уже достаточно серьезно развился, есть серьезные игроки на этом рынке, и, очевидно, уже пришла необходимость создать определенные правовые условия, определенные правила, по которым этот рынок будет развиваться, поскольку, опять же, поступают жалобы на то, что не всегда добросовестно ведут себя участники на этом рынке. И важно установить определенные рамки, определенную ответственность участников этого рынка. Но при этом, опять же, важно не выплеснуть ребенка вместе с водой. То есть важно, чтобы этот рынок не закрылся, не схлопнулся из-за чрезмерно жестких правил, которые могут быть приняты в порыве каких-то эмоций, в таком порыве желания навести порядок, установить очень жесткие рамки. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что частенько, в том числе законодатели, проявляют инициативы, направленные на мой взгляд, чрезмерно жесткое регулирование рынка. Рынок должен регулироваться, должен находиться в нормальном правовом пространстве, но, естественно, он должен развиваться. И здесь совет рынка, голос рынка, очень важно услышать и примите его на практике. На данном этапе перед Банком России стоят определенные вызовы, чтобы найти, понимаете, некий компромисс между именно вопросами регулирования для того, чтобы рынок развивался, дать возможность тем участникам финансового рынка, которые хотят так или иначе заниматься бизнесом по направлениям секторов нашего финансового рынка, с одновременным выработкой подходов за осуществлением контроля за деятельностью этих профессиональных участников. Потому что мы с вами понимаем, что, с одной стороны, должен рынок развиваться, но когда идут отсутствие все-таки контроля адекватного и каких-то ясных и понятных правил, приходит к тому, что остаются обиженными те же инвесторы или потребители ваших услуг. И поэтому, когда люди недовольны услугами, оказанных на финансовом рынке, они приходят к регулятору и тоже говорят, как так получилось, что нас обманули,
я не получила обещанных доходов от того, что вот вложился в портфель этот ценных бумаг. То есть здесь речь идет о том, что возникающие посредники на финансовом рынке, те же финансовые консультанты, в общем-то, должны, во-первых, быть квалифицированными участниками, их консультации должны быть грамотными, и на самом деле все процедуры, предлагаемые услуги, они должны быть все-таки прописаны, прозрачны по определенным правилам. Ну, во-первых, финансовый университет ведет научные исследования по заказу аппарата правительства Российской Федерации. И в течение 2012-2013 года мы проводили научные исследования в рамках Института краткосрочных программ, именно они были основными исполнителями, по анализу ситуации и перспектив развития финансовых услуг в России. Одним из результатов этой темы стал законопроект, о котором сегодня уже говорил и Анатолий Геннадьевич, и Лариса Константиновна. Действительно, было бы очень интересно посмотреть на болевые точки в этом законопроекте. Мы во многом дали свое видение этого процесса, но там, безусловно, нужно сейчас внести определенные уточнения, которые в процессе общественного обсуждения и будут сделаны. Для нас, как для ассоциации кредитных брокеров, конечно же, этот год станет переломным в развитии истории создания и внедрения профессиональных стандартов и законодательных норм регулирования. По крайней мере, мы рассчитываем на результаты этого года. Ян Александрович говорил, что нам уже 6 лет. 6 лет – это с момента регистрации. На самом деле, этот год у нас юбилейный. И изначально мы были созданы на базе Северо-Западной ассоциации кредитных брокеров, финансовых консультантов, переросли в достаточно серьезный путь развития, несколько раз пересматривались направления нашей деятельности, пережили кризис, что немаловажно для деятельности финансовых консультантов, кредитных брокеров. Сейчас на пике развития саморегулируемых организаций во многих отраслях мы планируем, что и наша отрасль не окажется исключением из общепринятых правил и из общего направления деятельности, в том числе учитывая вектор развития в части мегарегулятора. И на нас, естественно, как на платформу Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, при исключительном взаимодействии с финансовым университетом возложена достаточно серьезная задача. Задача выстроить ту зону комфорта прежде всего для вас, для предпринимателей, для драйверов развития этого рынка, ту зону комфорта, в которой бы мы могли вам дать не просто вакцину как не надо, а прививку для развития, для бурного роста развития вашей деятельности. Но, ну, в том числе наша задача состоит как общественная организация, как организация, которая претендует на определенную роль регулятора этой деятельности, состоит в написании тех стандартов, правил, которые, естественно, защитит прежде всего потребителей услуг, финансовых услуг. Почему? Потому что мы на протяжении этого периода времени стали индикатором между всеми участниками рынка – банк, брокер, заемщик. Я неоднократно на многих конференциях говорила, что именно в офисах финансовых консультантов, кредитных брокеров на сегодняшний день создаются информационные центры по всем продуктовым линейкам кредитных учреждений, финансовых учреждений. И это на сегодняшний день является нашей главной задачей. Мониторинг, постоянный мониторинг всех продуктов и всех линеек финансовых возможных. И обращаясь к нам, заемщик должен быть уверен, что мы обладаем качественной, достоверной и полной информацией о услугах, представленных на рынке России, в том числе на постсоветском пространстве. Многие консультанты сейчас выходят на международные рынки, что тоже немаловажно.
И поэтому нам нужно выбрать ту модель, которая прежде всего защитит нашего заемщика и даст возможность развития нашему рынку. На мой взгляд, это остается большой проблемой, и как в свое время один из деятелей Древнего Рима каждую речь, посвященную решению тех или иных проблем Римской империи, завершал словами «Карфаген должен быть разрушен». Все-таки идея разрушения госмонополии банкинга является хоть и спорной, но весьма актуальной для российского банка. И вполне возможно, что лозунг «Сбербанк должен быть разрушен» может быть одним из самых главных глобальных драйверов российского банковского рынка. На сегодняшний момент мы видим также идею замораживания кредитного рынка, связанную с опасением закредитованности населения. Причем имеется в виду закредитованность не объективная, которая у нас ниже, чем на западных рынках, а закредитованность именно формами беззалогового потребительского кредитования. Кредитования, не стимулирующего экономический рост, как, например, ипотека. С одной стороны. И с другой стороны, наверное, рекордное во всем мире продвижение к стандартам Basel III, которые разработаны, конечно, и приняты мировым сообществом, но только в России внедрены с такой тщательностью и жесткостью. Сами по себе оба этих явления вполне оправданы и закономерны, но возникает риск, я сейчас говорю, конечно, как о спорном тезисе, но тем не менее, возникает риск, что в совокупности, в едином пакете они оказывают на банкинг зубодробительное действие. И Анатолий Геннадьевич как-то обращал полгода назад внимание, что в принципе нормы Базеля III могли бы внедряться с меньшей скоростью и в более либеральном режиме, чем это делается сейчас. Вот детально, как этим летом мы будем проводить новый такой форум наш, направленный на микрофинансовые организации. И опять же будем говорить там далеко не о политике, не о регуляторке, а вовсе о новых сервисах, о новых продуктах, о том, какие люди могут эти продукты реализовывать, какие идеи выносятся в воздухе, а их в воздухе достаточно много. Вот. И я думаю, что наша секция, она как раз и объединена вот тем, что финансовая экосистема, она, в общем-то, едина. Вот можно только так с вашим трудом представить, что где-то в одном углу сидят банки, в другом углу сидят брокеры, в третьем, я не знаю, там микрофинансовая организация, все это сообщающие сосуды. Конечная цель – это оказание услуг населению, если смотреть с другой стороны, конечная цель – это получать зарабатывание денег всеми участниками проекта. Лучше эти деньги зарабатывать вместе, чем бороться друг с другом и пытаться уменьшить сумму этих денег, которые мы все вместе зарабатываем. Ну, вот мы говорили как раз о таких интернет-площадках. Именно к ним, прежде всего, вот, относится в полной мере определение вот такого финансового супермаркета. Хотя есть, конечно, компании, которые, конгломераты, может быть, компании, которые предлагают вот широкий набор финансовых сервисов. Значит, от своего лица, как комбинацию вот банковских сервисов, инвестиционных сервисов и сервисов по страхованию, ну, некоторых других. Вот такие глобальные супермаркеты и универсальные банки появились, такая целая эпоха с их появлением связываться. Вот я их там изобразил, такую линейку тоже горизонтальную, наиболее известную, хотя вот похожие по направлению активности универсальные банки и есть в нашей стране. Соответственно, в связи с тем, что новое регулирование, мы надеемся, откроет новые перспективы и создаст новые возможности для ведения бизнеса, в том числе и для банков, и для брокеров, а также новые возможности для российских инвесторов. Здесь я считаю очень важно упомянуть о том, что Саксобанк предлагает программу, которая поможет брокерам и банкам очень быстро начать оказывать брокерские услуги своим существующим клиентам. Так называемая программа White Label. По этой программе буквально в течение месяца максимум и с минимальными вложениями человеческих и финансовых ресурсов клиенты банков смогут получить доступ ко всем тем услугам и продуктам, которые мы предлагаем всем нашим клиентам во всем мире. Вы помните анекдот, когда идет красная шапочка по лесу,
на встрече Волк и говорит: у нас с тобой есть два сценария развития событий. Или слияние, или поглощение. Поэтому я думаю, что мы увидим слияние и поглощение мелких и средних банков более крупными. И тем банкам, брокерам и финансовым организациям, которые хотят из этой ситуации выйти, как говорят трейдеры, в плюсе, необходимо разработать стратегию сохранения рентабельности и развития. И в первую очередь необходимо повышать КПД. Такая интуитивная реакция сокращать расходы, этого будет недостаточно. И нужно наращивать доходы. И для этого необходимо развивать продажи и предоставлять клиентам новые услуги, которые пользуются спросом, чтобы обеспечить какой-то дополнительный комиссионный доход. О продажах мы завтра поговорим более подробно, а на секции организации мотивация отдела продаж. А вот какие финансовые услуги могут сегодня стать драйвером роста, можем поговорить сейчас. И пример такой услуги – это предоставление клиентам доступ на финансовые рынки, на валютный рынок, на фондовые рынки, на рынок производных финансовых инструментов CFD через банки. Трейдинг – это необходимый и важный продукт, который пользуется спросом во всем мире, и объем рынка торговли валютой и производными финансовыми инструментами в России, по оценкам экспертов, растет примерно на 25% в год, а в количестве клиентов растет примерно на 40% в год. Поэтому данное направление, оно перспективно для банков, и некоторые банки уже его запустили. Например, Альфа-банк, ВТБ, СМП-банк, и многие банки планируют запуск в этом году. Я хочу поделиться с вами неким исследованием. Мы провели его на базе кафедры. Опрашивали порядка 4500 финансово активных респондентов. Это кто проводит хотя бы одну финансовую операцию в месяц. Неважно, это погашение кредита, это получение процентов по депозиту, это торговля на Форексе или междепозитарный перевод. То есть из них, из 4,5 откликнулись, прошли анкетирование 636 участников. И вот какую статистику мы получили, с учетом того, что это финансово грамотные люди. Вот несколько вопросов. Какой из приведенных критериев важен для вас при выборе финансового посредника? Были приведены несколько критериев, из них большинство, 35%, ответило: рекомендации от друзей и знакомых. Вот. По статистике, ваш опыт на финансовом рынке, 43% ответили: от года до 3 лет. Во что бы вы вложили свободные средства в данный момент времени? Ну, выборка производилась по состоянию октябрь-ноябрь прошлого года. Во что бы вы вложили средства в данный момент времени? Хранил бы дома, ответили 37%. Что из приведенного является для вас лучшей гарантией возврата вложенных денег? 51% ответил: хорошие отношения с владельцем бизнеса. Какой долей вложенных средств при участии вашем финансовом рынке, операциях на финансовом рынке, вы готовы рискнуть? 34% ответили: до 50%. Следующий вопрос был: ваши первые действия в случае появления информации о банкротстве финансового посредника. Из них 44% ответили: буду добиваться встречи с владельцами бизнеса. И последний, да, меня тоже довольно забавляет эта таблица. Кто должен возмещать убытки инвесторам в случае, если инструменты, в которые вложены ваши средства, обесценятся? 60% ответили: финансовый посредник. Вот. Учтите, что это финансово грамотные люди. И если мы действительно, вот, приходится в силу работы много ездить по России, общаешься в том числе и с клиентами, понимаешь, что уровень финансовой грамотности у нас оставляет желать лучшего. Вот. Что хотелось бы по этому поводу еще сказать? То есть обозначил проблему, предложи решение. Решение такое: необходимо вводить ликбез все-таки на уровне, ну, если не сказать школы там, старших классов, то университета точно. Вот есть, например, в вузах преподается обязательный предмет, там, история культуры. Здесь как предложение ввести обязательный предмет, какие-то общие
основы финансов, может быть так? Я могу сказать, что в феврале 2014 года прошел у нас очередной раунд этого вопроса, и значение сводного индекса немножечко, значение выросло на 0,6 пункта и дошло до 47,6% пункта. Тем не менее, показатель очень такой, он тревожный сам по себе, потому что рост практически никакой, да, как вы видите. И мы в тенденции находимся в отрицательном значении, да, это меньше 50%, это уже отрицательное значение самого индекса. Но самая главная тревога, конечно, есть по индексу финансовых рынков. Вот. На февраль оценка 41,7 пункта против 46,2 в прошлом месяце. И это фактически самое минимальное значение индекса за последние 12 месяцев. О чем это говорит? Это говорит о том, что финансовое положение, в том числе предприятий, компаний в феврале резко ухудшилось, и также значительное снижение мы наблюдаем в части оценок состояния фондовых рынков и валютных рынков, наверное, о чем вы уже говорили. Но здесь ситуация, я бы сказал, аккуратная, она не очень оптимистичная, и, к сожалению, ситуация и индекс по этим рынкам снижается от месяца к месяцу. В целом, вы знаете, коллеги, о том, что ситуация с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки ухудшилась по понятным причинам, известным причинам, в связи с позицией России по Украине. И, конечно же, здесь нельзя сейчас бизнес-сообществу, банковскому сообществу не сконсолидироваться вокруг действительно возможных действий со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки в области введения санкций. Надеемся, этих санкций не будет, или они будут не такие жесткие, но все-таки, тем не менее, с учетом общего состояния российской экономики, она фактически стагнирует, если так уж откровенно говорить, да, если еще будут введены некие санкции, которые усилят эти экономические риски в нашей экономике, то без сомнения мы сейчас должны готовиться к этому. Дай бог, чтобы это не произошло, но тем не менее российских промышленных предпринимателей, вот на следующей неделе состоится неделя российского бизнеса, всех приглашают, там очень много разного рода мероприятий, в том числе и финансовая конференция, которая состоится 18 числа, 14 часов в Риц-отеле. Запись сейчас идет, пожалуйста, кто имеет желание. Там будет все руководство Центрального банка, все руководители крупных банков, финансисты, биржа и другие игроки рынка. Поэтому я думаю, что будет интересно послушать точку зрения по текущему моменту. Будут задаваться очень острые вопросы, связанные с текущим состоянием и оценками ведущих банкиров, финансистов, положения дел в нашей отрасли. Так вот, в том числе состоится съезд РСПП, где будет присутствовать, как мы ожидаем, президент России. И там вот будет разговор такой, в том числе связан с тем, какие контрмеры, наверное, может предпринимать правительство, сообщество, бизнес в связи с усилением рисков в нашей экономике. Мы сейчас фактически в таком экспресс-варианте подготовили опросные листы, которые сейчас поступили во все банки, во все комиссии, рабочие органы РСПП, бизнес-ассоциации, с тем, чтобы оценить уже возможные последствия нестабильности на внешнеэкономической сфере для бизнеса страны. И какие пути их минимизации видит сам бизнес, с тем, чтобы сконсолидировать по итогам этого вопроса эти предложения и представить правительству на рассмотрение. Потому что кроме нас этого никто не подготовит, я сверяю. Поэтому мы должны здесь не быть в стороне. Потому что вы понимаете, что чем жестче санкции,
тем сложнее будет жить, в том числе в плане каком. Как правило, когда наступают санкции, то понижается рейтинг страновой, да? То есть возможности сужаются экономические, финансовые в стране. Как правило, идет продажа активов, ну, прежде всего, в данном случае, западными инвесторами, да? Как правило, колебания и сильная турбулентность, которая уже ощущается на фондовом рынке, она будет усиливаться. Вот. Наверное, будут предъявляться требования досрочного погашения разного рода там, кредитов со стороны западных кредиторов. Вот. Как поведет себя рубль, тоже вопрос большой. Будет ли он дальше девальвироваться или он остановится. Это, а в этих условиях всякое возможно. Поведение рубля непредсказуемо даже в более-менее относительно спокойных условиях, в которых пребывала экономика за последние месяцы. Тем не менее, при этом цена на нефть держалась очень высоко. Средняя цена на нефть по 2013 году составила $105 за баррель. И при этом мы видим фактически мягкое, но девальвирование рубля за последние месяцы. Только за последний месяц он девальвировался на 4,6%. То есть это, конечно, очень тревожит всех нас, но тем не менее риск, если будет возрастать в связи с санкциями, за рублем нужно следить очень внимательно. Это будет касаться практически всех и населения, и рынок, и бизнес, и правительство, и так далее. Начнем с банков. Чаще всего сейчас можно было услышать в последнее время это то, что банки могут столкнуться с проблемой качества активов в рознице, прежде всего, и что именно розничное кредитование – это тот самый пузырь, который вот наибольшую несет рисковую нагрузку на банковский рынок. Поэтому и регулятивные изменения, которые происходили, в том числе по ужесточению резервирования, в частности, по рознице, они вроде как связаны с желанием охладить этот рынок, именно потому что здесь уже накапливаются избыточные риски для банковского рынка. На самом деле, как раз-таки ровно все наоборот. Розничный рынок, розничные кредитования – это, наверное, наиболее сейчас прозрачный и понятный с точки зрения и регулятора, и рейтинговых агентств рынок. И как раз-таки здесь достаточно не такая уж катастрофичная ситуация, как в общем-то, многие представляют, прогнозируя кризис плохих долгов вот, в рознице. Существующий финансовый рынок, который неожиданно стал подчиняться нейрорегулятору, до сих пор как бы действовал вместе с банками какими-то параллельными курсами. Как ни странно, поскольку многие пенсионные фонды и так далее размещали свои активы в России. У нас сегодня, как ни странно, рынок капитала российский, все о нем не говорят, потому что все привыкли занимать деньги где? На Западе, на Востоке. А реально речь идет о том, что нужно формировать свой рынок капитала, где бы можно было, откровенно говоря, и банкам брать ликвидность, не обязательно ее брать у ЦБ. Я согласен с Павлом Самуиловым, что ЦБ не должен являться источником формирования. Для этого должен быть рынок. И поэтому сегодня вопрос состоит в том, что нужно, видимо, тем, кто работает на этом рынке, каким-то образом консолидировать свои усилия для того, чтобы найти этот общий язык, взаимопонимание. И вот даже в рамках того, что мы понимаем эту проблему, через неделю буквально мы будем проводить конференцию всероссийскую, которая посвящена банковской системе 2014. Но на самом деле вопрос, который мы ставим, это взаимодействие между регулятором и участником финансового рынка. Да почему? Это идет, наверное, по той простой причине, что сегодня, к сожалению, главным управлением ЦБ, которое существует в федеральных округах, они получили право, как говорят, казнить и регулировать вопросы деятельности всех финансовых институтов регионов. И это не только федералы, это те площадки, где, в общем-то, есть средства, ресурсы. Мне часто приходится бывать в регионах, и когда разговариваешь с одним, допустим, банком, я разговариваю в Оренбурге, он говорит: вы меня извините, но из тех 4 миллиардов рублей, которые у меня есть в ликвидности, 2 миллиарда я размещаю не в Оренбургской области, а за ее пределами. По той простой причине, что я не могу найти разумного клиента, который может взять деньги. И это говорит о чем?
о том, что сегодня в Целине либо проблема информационного взаимодействия, либо проблема просто взаимодействия участников рынка финансового говорит о том, что это требует наведения порядка. Я понимаю, что мегарегулятор, который сейчас только создался и уже проводит реструктуризацию службы по финансовым рынкам, и только с 4 марта заработало новые департаменты, которые только сейчас еще назначают руководители, понятно, что пока они разберутся в этой, будем говорить, довольно сложной епархии, возникает вопрос, а должны ли это делать участники рынка? Так вот, на мой взгляд, явно должны, потому что другого способа, чтобы мегарегулятор услышал голос участников рынка, не произойдет, если сами участники рынка не будут этим вопросом заниматься. Объявили, что Росфинадзор сейчас подучит 300 человек, начнет проверять самые значимые организации, общественно значимые. И получается, что они проверяют раз в 2 года, мы обязаны проверять раз в 3 года. То есть организации волей-неволей ставятся в положение, что через год общественно значимая организация будет в год проверяться 2 организациями. Говорим, а зачем это нужно? Ну вы тогда не проверяйте, Росфинадзор проверит. Тогда возникает вопрос, а зачем тогда уйти? Ведь вы лишаете тем самым возможности зарабатывать деньги аудитору, а для многих из них аудиту 26 лет в этом году исполнилось, всего 26. И для многих это источник жизни для семьи. За их плечами 20-25 лет работы. С другой стороны, расти можно, только не на проверке мелких организаций, а крупных. Поэтому я просто это сказала для того, чтобы вы поняли, что мы с вами собратья, даже по ситуации, в которой находимся. Но вешать нос нельзя ни в коем случае. И надо действительно объединяться для того, чтобы находить самые, что ни на есть, разумные решения. Я вот только сейчас, буквально года час назад встречалась с английской делегацией, обменялись мнениями, они говорят, да, у нас примерно та же самая проблема. Что мы делаем? Мы, говорит, решили объединиться и задать просьбу нашим научно-исследовательским институтам, чтобы они продумали вопрос о том, как можно сделать аудит очень востребованным на сегодня. Я им сказала нашу версию, в данном случае мою личную версию, что да, если мы будем заканчивать аудит только тем, что мы констатируем, что отчетность составлена правильно, то это никому не нужно. Это уже прошлый день. Потому что год закончился, вы подтвердили отчетность. Вопрос о другом. А вообще рационально работала эта организация? Ухватила она правильную линию развития? Поэтому мы ставим вопрос о новом подходе к аудиту. Что это должен быть? Стратегический аудит. Эффективный аудит. Аудит эффективности и так далее. И ну, удивительное дело, нашли общий язык на 100% по этим главным направлениям. Организаторами форума выступили агентство Банкир.ру, Институт краткосрочных программ Финансового университета при правительстве России. Конференция проводится при участии Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, Института финансового планирования, компании Maxi Markets, журнала «Банки» и «Деловой мир». Конференция собрала более 150 представителей финансовой индустрии. Кроме того, дистанционно в режиме конференц-связи в конференции принимают участие специалисты фондового рынка, кредитные брокеры, преподаватели финансовых дисциплин из Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Петербурга, Самары, Томска и Улан-Удэ. Какой формат регулирования деятельности финансовых брокеров вам представляется наиболее перспективным? На мой взгляд, должны быть определенные общие правила их работы, ну, какие-то, и причем при нарушении этих правил должна быть ответственность, прежде всего административная, ну а дальше полная свобода. И эта свобода должна регламентироваться скорее стандартами, которые саморегулируемые организации этих финансовых посредников утвердят, и эти стандарты будут являться некими такими кодексами, поведение, кодексами ведения бизнеса с соответствующими кредитными брокерами.
А как вы оцениваете сегодняшнее состояние и перспективы финансового рынка России? Состояние финансового рынка стабильное, но, к сожалению, не очень быстро развивающееся. Влияет международная среда, влияет, к сожалению, политическая среда. И общая ситуация на развивающихся рынках, она примерно такая же. Думаю, что как только мы переборем общий экономический тренд, изменим макроэкономическую ситуацию, то и рынок будет развиваться более позитивно, то есть будет расти. Соответственно, стоит задача перед государством, там, прежде всего перед правительством, перед центральным банком, сделать так, чтобы макроэкономическая ситуация изменилась. Для этого надо вкладывать средства в инфраструктурные проекты, причем значительные средства. Надо создавать правовую среду, в том числе налоговую среду, более благоприятную для инвестиций, потому что инвестиционный спрос сегодня является ключевым для экономического роста. Вот как только мы это сделаем сообща, то, соответственно, изменится ситуация на финансовых рынках. Будет ли работать ваш онлайн-банк на российском рынке и видите ли вы перспективы развития? Will your bank be available for the Russian on the Russian market? And what do you see are the perspective of the developments? Okay. Yes, FIDO Russia will be available for the Russian market. This is why we founded it with our JV partner LifeSreda. Да, конечно, банк FIDO будет доступен на российском рынке. Именно поэтому мы организовали JV с нашим партнером финансовая группа Life. And it will be 100% digital approach, 100% online approach, so no branches. Это будет branchless банк, на 100% дигитальное цифровое предложение. And we decided to be 100% digital because we think that the digital lifestyle will have a huge growth potential in the future, especially in a country like Russia. И мы решили быть только дигитальными, онлайн, только онлайн, потому что развитие лайфстайл онлайн тоже растет и в России. В настоящее время финансовый рынок динамично развивается. Прежде всего, я могу ответить за регулирование Форекс-рынка, поскольку представляю саморегулируемую организацию Центра внебиржевых финансовых инструментов и технологий. Что касается Форекс-рынка, мы ожидаем государственного регулирования и считаем, то, что с приходом государственного регулирования в Форекс-отрасли наш рынок будет развиваться. В настоящее время в Государственной Думе принят в первом чтении законопроект, регулирующий рынок Форекс. Мы инкорпорировали нормы в закон о рынке ценных бумаг, потому что это как раз смежная отрасль. Что касается принятия, мы ожидаем в ближайшее время рассмотрения во втором чтении. И дальше уже будем ждать от нашего законодателя, когда данный закон будет принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом Российской Федерации. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние и перспективы финансового рынка России? Сдержанно, так сказать, с учетом, конечно, общих глобальных проблем, которые испытывают глобальные рынки сначала, прежде всего Европа, которая пока еще, к сожалению, не вышла из такой рецессии на стабильный рост. Может быть, чуть-чуть поднимается экономика Германии, и во Франции мы знаем, что чуть-чуть небольшой рост был. Но это не может не отражаться, без сомнений, на инвестиционном поведении в России. И мы видим по-прежнему масштабный отток капитала, мы видим проблемы, которые испытывает рынок с ликвидностью. ЦБ при этом, конечно же, активно способствует поддержке системы, и практически все инструменты, которые были в 2008 году, они уже приведены в боевое действие и фактически используются центральным банком для поддержки в целом банковской системы страны. Но при этом мы видим огромные займы, которые банки уже взяли у Центрального банка, Министерства финансов, и же нужно отдавать. Это тоже проблема, которая нарастает. При этом мы видим, что кредитование резко упало, корпоративы. Мы видим снижение темпов объемов кредитования, потребительского кредитования. Вот, поэтому, несмотря на это, прибыль все-таки по 2013 году отчетливо выражена неплохая.
у Банков России, прежде всего. Но, тем не менее, это все лишь, так сказать, начало, мне кажется, еще трудного пути, который придется пройти в 2014 году, с учетом того, что российская экономика также пребывает фактически в рецессии, потому что итоги 2013 года 1,3% темп роста ВВП по сравнению с Европой, может быть, не так плохо выглядит, но, тем не менее, конечно, для нас это очень низкие показатели. И вот не случайно Владимир Путин вчера на экономическом совете обратил на это внимание, он оценил состояние экономики как стабильное, но при этом, конечно же, темпы роста промышленного производства, в целом валового внутреннего продукта его явно не удовлетворяет. Ну и в целом, я имею в виду по линии бизнес-сообщества, российские промышленные предприниматели тоже индикатируют ежемесячно бизнес, крупный бизнес, в каком положении он находится. Вот, к сожалению, снижается индекс по финансовому рынку как таковому. И практически все предприятия отмечают снижение уровня поддержки экономики страны финансовых институтов. Это тревожные показатели. Февраля уже самый последний замер был. Поэтому здесь, конечно же, и в условиях, когда мы сейчас пребываем фактически в ожиданиях возможных санкций страны Соединенных Штатов Америки, европейского сообщества, конечно, к этому нужно тоже готовиться и понимать, если санкции будут введены, то может быть и проблемы, связанные с понижением рейтинга странового, соответственно, понижение рейтинга и других финансовых институтов. Вот, возможности будут снижаться. Вот, поэтому в этих условиях, конечно, мы на сегодняшний день вырабатываем предложения, в том числе для правительства, в целом связанные прежде всего с поддержкой системными мерами поддержки экономики и банковского сектора, если экономика страны войдет в режим неких санкций со стороны наших европейских коллег и Соединенных Штатов Америки. А насколько Форекс-рынок вообще нуждается в регулировании? Вы международная компания, работающая в интернете. Что вам мешает работать со своими клиентами вне всякого регулирования? Я думаю, что регулирование для рынка Форекс, как и для любого другого рынка, это крайне важно, это крайне важный момент, я бы сказал, даже основа функционирования любого цивилизованного рынка. Поскольку регулирование, оно задает правила игры, оно защищает интересы как клиентов, так и самих брокеров, делает рынок более предсказуемым, что, конечно же, способствует развитию уверенности клиентов в том, что их права будут защищены, а значит, прозрачности, а значит, и росту рынка. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние и перспективы фондового рынка России? Конечно же, сейчас очень нестабильная ситуация. Понятно, что фондовый рынок у нас достаточно волатильный, потому что он зависит от поведения, от действий спекулятивных, в общем-то, действий крупных международных фондов и крупных международных инвесторов. И доля внутреннего инвестора, то есть российских пенсионных фондов, российских банков, российских инвестиционных фондов, она до сих пор остается не очень большой на нашем российском фондовом рынке. Поэтому он в связи с политическими событиями, в связи с, в общем-то, ухудшением экономической ситуации в России, безусловно, будет подвержен очень сильным колебаниям. То есть мы будем видеть, скорее всего, сильное падение, возможно, очень быстрые отскоки обратно, но для некоторых участников рынка, для, собственно, инвестиционных компаний, для посредников на этом рынке в том числе, это даже может быть и плюс, потому что зарабатывать, как известно, можно либо на росте, либо на падении, а вот очень трудно зарабатывать на боковом тренде. Очевидно, что в этом году бокового тренда практически не будет, будут достаточно резкие колебания. Насколько Форекс-рынок вообще нуждается в регулировании? Вы международная компания, работающая в интернете. Что вам мешает работать со своими клиентами вне всякого регулирования? На самом деле, до тех пор, пока не приняты законы, ничего не мешает. Но если мы смотрим на международный опыт, на фактически все развитые страны имеют адекватное регулирование деятельности Форекс-брокеров.
И Россия не должна быть в этом смысле исключением. Я думаю, что это очень неудачно, что настолько затянулся этот процесс. Мы очень надеемся, что уже в 2014 году примут законы, которые регулируют деятельность форекс-дилеров, с одной оговоркой. Есть разные обсуждения этих вопросов, и не все предложения, которые вносятся, они адекватные. Идет речь об ограничении, например, кредитного плеча до значений, которые ниже, чем приняты в мире в других юрисдикциях. Если будут приняты слишком жесткие законы по ограничению плеча, по требованию к капиталу компании, это просто приведет к тому, что компании не перейдут в российское поле. Поэтому мы надеемся на то, что будет принята регуляция, и она будет адекватной. Конференция собрала представителей банковского сообщества, финансовых консультантов, кредитных и страховых брокеров, коллекторов, форекс-компаний, аналитиков и ученых. Информационными партнерами конференции стали журнал «Банковское обозрение», журнал «Про кредиты», портал «Татцентр.ру», портал «123кредит.ру», портал «Финарти.ру», российский налоговый портал, издательский дом «Регламент», журнал «Financial One», компания «Финам», компания «Банковское дело», компания «Good Business Media», телеканал «Про бизнес». В числе спикеров конференции вице-президент Национального платежного совета Тимур Аитов, президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, директор Института финансового планирования Евгения Блесклавко, председатель правления СРО НП СРФИН Владимир Виноградов, президент компании «Максимаркетс» Яков Лившиц, президент Московского международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, директор Института краткосрочных программ финансового университета при правительстве Российской Федерации, президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов Диана Маштакеева, вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев, заместитель президента финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев, президент Евроазиатского инвестиционного банка, член наблюдательного совета компании «Максимаркетс» Сергей Осипов, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт» Павел Самеев, директор Банковского института, заведующий кафедрой банковского дела факультета экономики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Сладков, генеральный директор ООО «ID System» Андрей Федорец, проректор финансового университета при правительстве РФ, президент саморегулируемой организации оценщиков СМАУ Марина Федотова, управляющий директор инвестиционной компании «Аллор» Сергей Хистанов, генеральный директор национального рейтингового агентства Виктор Четверяков, а также представители европейских финансовых кругов Матиас Кронер, глава Федеробанк Мюнхен, и Джордж Литтлджон, старший советник привилегированного института ценных бумаг и инвестиций CISI Лондон. Четвертая конференция «Финансовый брокеридж» завершилась проведением итогов чемпионата трейдеров «Студенты против банкиров». Его победителями стали в номинации «Самая прибыльная сделка» Никита Марков, в номинации «Самый активный трейдер» Шаповаленко Евгений. По итогам торгов третье место занял Сергей Осипов, второе место Мария Гусарова, и победителем стал Вадим Кушнев. На этом мы прощаемся с вами. Репортаж подготовили Зайкова Екатерина, Михаил Полкуев и Евгений Филиппов.